задачи, которые надо было решить при разработке проекта, это обыграть перепад высот, создать классический представительский сад в одном стиле с домом, сад, приближенный максимально к старым русским усадьбам. Прямой, как стрела аллеи, фокусные точки. Одна из них – красивая скамейка и пергола с красивым дугообразным сводом. Посередине мощения круглый фонтан, от которого расходятся три дорожки, деля партер на сегменты. Каждый уровень отделяется от другого подпорной стенкой из бутового камня, вдоль которого посажены растения. Благодаря подпорным стенкам партер приобрел особую выразительность. Дорожек партера наряду с каменными плитами использовали крупную морскую гальку. Одна из дорожек ведет к винному погребу, имитирующему разрушенное здание, руины, характерные для архитектурных построек в русских садах начала века. Ассортимент растений характерен для традиционных русских усадеб.